Собеседование для многих людей – это страх перед отказом или позором. Кто-то боится просто совершить ошибку или что-то не то сказать, сделать. Поэтому и возник вопрос, как правильно вести себя на собеседовании. Ведь замкнутость и закрытость при приеме на работу не приветствуются, поэтому необходимо максимально подготовиться к этому событию. В первую очередь, чтобы успешно пройти собеседование, не стоит заучивать определенный текст, так как если работодатель задаст неожиданный вопрос, можно просто растеряться и показать свою неискренность. Старайтесь выработать дикцию и четко выговаривать каждое слово, что очень важно. Попробуйте немного расслабиться, напряжение и страх могут только спугнуть на собеседовании и укажут на вашу скрытность, замкнутость. Говорите много, но не переходите грань, всегда только по теме, кратко и четко. Слова должны соответствовать написанному в резюме тексту, при этом, возможно, нужно будет разъяснить каждый пункт. Старайтесь понимать то, о чем говорите. Речь должна быть грамотной, исключите слова-паразиты, а также сквернословие. Не забывайте и о внешнем виде. Опрятный чистый костюм, макияж, прическа помогут в принятии положительного решения на собеседовании у женщин. Мужчинам нужно быть гладко выбритыми и аккуратными. Лучше не использовать резкий парфюм, пусть это будет легкий и свежий аромат, не приторный для восприятия оппонентом. Обувь должна быть чистой. Даже если на улице болото, зайдите в уборную и подготовьте свои туфли, потому что именно этот критерий говорит об опрятности и чистоплотности. Как бы это ни было сложно, но нужно выспаться и не опаздывать к назначенному времени. Пунктуальность – ценное качество при приеме на работу. Учтите все вышеперечисленные моменты, и собеседование пройдет только успешно. Не сомневайтесь в своих силах и возможностях, это будет главным преимуществом. Вера в себя позволит добиться хорошего результата. Поэтому собирайте всю силу в кулак и отправляйтесь к работодателю.